какая красота! Привет всем! С вами канал Art Money. Вы попали? Как вы думаете, куда мы попали? Лес. Ой, запах такой обалденный вообще, бесподобный запах. Ой. Жень, поздоровайся. Помаши ручкой. Ну что ты сразу торопишься, ты бежишь туда, туда. Детская площадка тут, оказывается, есть. Приехали мы в парк Гагарина. А здесь как красиво. Сегодня еще солнышко вдобавок. Солнечно. Все желтенькое. Красивое. Сейчас там еще. Белочка. Здесь автор. Опять орешки забыл взять. Мы с Женькой в кафе. Женька сидим в кафе и плывем в кафе. Смотрите, проплываем катамараны. Сколько катамаранов. Проплываем мимо, видите? Мимо плывем уже. Ух, от тех далеко уже отплыли. Зелень, зелень. Вот еще, кстати, проплываем катамаран. Видите, как мы быстро плывем? Плывем, плывем. Да, Жень? Пока Жень шашлык выбирает. За 500 рублей. Уточка полетела. Не наехали. Не наплыли. Прям качает. Нас так качает. Утка видел? Прям она это летела. Собака там. Я знаю, шашлык свиной, шаурму курили на вашей этаже. Шашлык свиной, я шашлык свиной. И тоже шаурму. Ну давай тоже шаурму. И попить что-нибудь давай. И попить что давай. Ну, у меня мало по бутылочке, я так взяла чисто. Вот там. Вот, смотрите, все плывем и плывем. Всех проплываем мимо. Мимо всех. Фотографируется. Сырная. Желтенькая. Теплая. Вкусная. Женька обычная. Я съел почти. Почти. Я еще ем. А я все еще ем. Тут утки. Они так шлепаются об воду. Красиво очень. Да? Ням-ням. Он уже съел, пока я снимал на видео в телефоне. У меня вон какой кусочек вкусненький. Сейчас будем кушать. Ням-ням! Ням-ням! Вот видите, какое колесо здесь увидела. Металлическое. Давай тебе в комнату поставим металлическое колесо. Так кушай, давай. А? Давай? Не надо. Ну почему? Шторы вот такие повесим, какие шторки вот. Я люблю такие. Давай к тебе в комнату. Карету сделаем из велотренажера. Давай. Жень. Не надо. Ну почему? Не хочу. Ну почему? Ай? Ай? Так, ешь давай быстрее, сейчас будем кататься. 1 октября. Народу. Мире. В парке. Аттракцион. Где самое? Солнышко. 1 октября. Все работает. Ну да, деньги. Уставлю. А он всякие эти. Открытый, смотри, такой аттракцион виртуальной реальности, который, помнишь, мы ходили? Только там экран раньше был. А сейчас что-то... они одевают на голову сейчас эти штуки. Их двигают без экрана сейчас. Эти. А, и музыка. И все смотрят на них. Орбита, моя любимая, стоит одиноко, никому не нужна, аттракцион закрыт. Закрыт, да? Ну, на закрыт написано. Одинокая стоит.
окно красивое. Я всегда Гагарина, когда собираюсь, этот аттракцион больше вспоминаю. Ну, еще Медуз, конечно. Жень. А, как музыка играет. Играет музыка. Дубы здесь, сколько дубов. Солнышко, как красиво. Музыка даже сзади играет где-то. Баженка ушел. Белки, белки тут прям бегают. Земля мокрая. Дожди были всю неделю. Вон она, смотри, прям на тебя смотрит. Вон как она на ножках стоит. Он в карман лазит. Она думает, что он хочет ей дать орешки. Она у тебя орешки выпрашивает, Жень. Ну стой ты спокойно. А, то есть фотографировать. Боится, все бегают. Солнечно. Не беспокойся, ладно. Не заметьте, послушайте. Сейчас смотрим. Еще нашли добавку божью коровку. Подбитую. Наступили чуть-чуть. Ну, она же... Я подобрала, думала, она уже все. А тепло стало, она ожила. Пытается ползти, но у нее лапка подбита. Наступили на нее. Так жалко. Я в капюшон ее себе положила. Не знаю пока, куда девать. Сейчас осень. И дома она погибнет. И на улице она уже, не знаю, погибнет, наверное. Съедят ее. И там прям какая-то музыка. Ой, так пахнет ароматно. Дождем. Мокротой, влажностью. Здесь грибы, оказывается, есть. Грибочки. Маленькие. Такие. Сейчас, подожди. Подожди. Подожди, что тепло. Вон там два самолета. Вместе плывут, хотел сказать, летят. Там медузы, сейчас я на медузе буду кататься. Она так и радует всех гостей своих. Аттракционы, детки веселятся. Народу, кстати, очень-очень много. Никогда, ну, что, купить или нет? Конечно, купишь. А он наверху. Я же маленький ребенок. С Димой тоже надо будет сюда сходить. Я думала, уже все закрыто, не планировали. Планировали только кафе, что-нибудь. Просто прогуляться, а тут все открыто оказывается. Я знаю, что мне здесь нужно. Женька! Ты где? Вот, как мы с тобой гуляем. 2022 год. 1 октября, да? Да, все 1 октября. 2022. 16 градусов тепла. Сегодня солнышко, хотя обещали дождь сегодня. А солнышко завтра. А погодка захотела солнце. И тут народу много-много. Все начали ценить жизнь сразу. И с детьми, и выходить гулять. Везде кататься. Вот летом такого нет особо. Так, а сейчас вот с детьми общаются, разговаривают. Он дедушка спортом занимается. Желудь, кстати, нашли, который пророс. Я его дома посажу, на земельку. Будет у меня дуб расти. Хотя навряд ли, ну, быть может, что-нибудь вырастет небольшое. Желудей, кстати, свежих что-то не вижу. Уже 1 октября, их все нет и нет. А там музыка. Дети веселые, кричат, визжат.
надо свечи найти. Я пока побегу туда! Тут нашли деревья. Тут нашли деревья какие-то. Смотрите, это дерево раскидистое. Прям лежит, конкретно лежит. Не знаю, что там за листья. Ну-ка. Не знаю. А вот здесь такие вот деревья. Таких я вообще не видела никогда. Первый раз вижу. Тут они похожи на листочки на эту, на иву. Тоже такие длинненькие, не знаю. А там ива. Не хотела я подходить, ну ладно. Может вот как вот это? Нет, это тополь уже. Это тополь. Дерево. Его я знаю. А здесь подсох чуть-чуть. Корни, наверное, погрыз. А это вот я не знаю. Ну да, вообще-то листочки на иву похожи. Такое вообще первый раз я вижу дерево. Офигеть. Сколько их много. Красота. Как офигенно, смотрите. Плакучая ива, у нее шишки, оказывается. И тут прям комнатка. Тут она висит, тут висит. Я сквозь нее прошла, прям шикарно. Вот он белка. Прям по улице. Ой, прям побежала к девушке, смотрите. Белки. Ну, не везде белки боятся, некоторые просто так боятся. Немножечко. Даже выходить не хочется этого. Как в какой-то комнатке. Да? Как в комнатке. Надо лазмак взять, будет летом. В следующем. Сюда прийти, его положить и лежать тут спокойно. Наслаждаться природой. Она какая вот. Плакучие его я люблю. Очень люблю. У нее прям такие длинные. Длинные-предлинные. Длинные. У меня сейчас солнышко светит. Как тут офигенно. Как классно. Я хочу жить на природе. У меня, чтобы у меня на природе были сосенки, плакучие ивы и дубы. Обожаю их. Елочки. Красиво как. Ой, мамочки.
Здесь вот центральный вход. Сыры наши любимые, памятники сыра. Такой-сякой. На память останется. И дорога. Самара. Я люблю Самару. Там написано. Пока на остановке нет.